Здесь какая-то поклевка есть. Вон кто-то клюет. Кто-то здесь у нас клюет. Посмотрим, кто попался. Кто-то вроде есть. Тонкая удочка, сильно гнется. Кто там у нас? Нет, никто. Никого нету. Убежал. Какая-то поклевочка здесь есть. Какая-то поклевочка. О, кто-то сопротивляется там. Кто-то дает. Карась, наверное, попался. Карась, думаю. Так, здесь берег. Вот здесь вот можно забрать его отсюда. Без сачка пойду. О, в сторону идет. Карась попался. За верхнюю губу хорошо засекся. Как. Хороший карась, кстати, не мелкий. Хорошенький. Поставил второй поводок для эксперимента. Сейчас покажу. Вот как обычно я ставил. Вот здесь вот. Один поводок вот здесь, снизу пружины. Второй поводок ради эксперимента поставил. Стопорок даже наверху не ставил, просто накинул. И вот на второй поводок попался. Так что, может быть, есть смысл, если нет зацепов, нет коряг, то второй поводок есть смысл ставить. Здесь какая-то поклевка. Леску ложит. Кто-то леску положил. Кто-то есть на крючке. Там кто-то хороший, что ли? Кто-то хороший поход делает. Что-то там так активно дергает. Здесь грузило на этом танке тяжелое. Граммов 90 весит. Сейчас его буду сверху брать. Ох, как давит. Карпик, походу, дело. Карпик, походу, дело. Ох, хороший, походу, дело. Хорошенький. В сторону повел. Посмотрим сейчас, что там за зверь. Что там за зверь-то такое? О, там покрупнее уже. О, там хороший карп. Хороший там. Покрупнее уже. Вот он. Попался. Вон как. С ума сходит. Покрупнее уже карпуши. Попался все-таки. Иди сюда. Шороха-то навел. Есть хороший. Двушка примерно. О, хороший карп. Есть. Попался. Класс. О, хорошенький. О, классный попался. Сейчас взвесим его, посмотрим, какая засечка. Вон как засекся. За край губы. Вон как. В принципе, такой, если захочет. О, сорвался почти, можно сказать. Вон же видно, да? Вон, и все, и ушел. То есть так себе держался.
Здесь побольше крючок я поставил. И такой экземплярчик хороший зашел. 2 кг где-то. Итак, по нулям. Сегодня 14 октября. И вот карпик есть. Так. 2 420 есть. Здесь какая поклевка есть. Вон что-то тянет, что-то дергает вон. Что, холостая? Что-то ничего не чувствуется. Холостая. Карасик, наверное, опять балуется. Да, карасик обманул меня здесь. Проказник. Здесь вот вроде какая-то поклевка была. Пару раз дернуло, что-то непонятно. Ветер дует. Может, это от ветра. Пока не буду вытаскивать. Пусть постоит, может, карп приклевывается. Там у меня пружина с кашей и горох. О. Он что-то тянет. Видно, да? Он что-то натягивает. Подсечь надо, наверное, это. Мне кажется, это надо подсечь. Точно, это рыба. Наверное, это рыба, да. Так, это рыба, точно рыба. Там точно есть рыба. Вон, что-то сопротивляется. Что-то я подсек. Наверное, карась. Что-то неплохое, что ли? Эта удочка тонкая. Пока непонятно, вроде что-то есть. Что-то вроде сопротивляется там. Ага, карасик сидит. Сейчас посмотрим, удастся ли так вытащить его без сачка. Ну-ка, не дергайся пока. Без сачка. Ох, тяжелый, зараза. Без сачка. Есть. Без сачка вытащить. Удалось его. Вот он. Попался. Ну хорошо, засекся, такой не сходит. За нижнюю губу вон. Хорошая засечка. Такой еще не сойдет. Вон как. Хороший карасик. Только карася вытащил, и сразу же вторая поклевка. Пока не знаю, кто там попался. Кто-то есть. Кто-то есть. Какой-то карась, что ли, непонятно пока. Кто-то ходит там на крючке. Что-то... А, карасик. Такой небольшой карасик. Есть. Второй карась. Попался. Сразу же второй карась. За первым. Ветер сильный дует. Сразу 2 карася. Первый, второй. Сейчас посмотрим, как засекся. Посмотрим сейчас, какая засечка у него. Ну, так себе держится. Он может сорваться, в принципе, он губа порвана. Если захочет, такой сорвется, в принципе. Классная рыбалка. 2 карася сразу дуплетом.
поклевочка здесь была. Тут хороший, что ли, там что-то давит вроде. Кто-то там давил. Кто там, карпуша, что ли? Что-то есть вроде карась. Да, карась хорошенький. Ну-ка посмотрим. Без очка удастся его взять, нет? Вроде хорошо сидит. Есть. Удалось поднять. Хороший карасик. Попался. Ну, посмотрим, как засекся. Тихо, тихо. Он четкая засечка за нижнюю губу. За челюсть даже, можно сказать. Вот так. Сразу сейчас его в сачок. И продолжим рыбалку. Здесь уже туда поинтереснее попался. Кто-то помощнее. Загнул спиннинг. Сейчас пойду вниз принимать. Тянет. Хорошо тянет там. Карп похудел. В сторону ушел. В сторону повел. Точно карп. Хороший даже, наверное. Такой. Он против течения идет. Видно то, что хороший. Мощный после. По течению идет мощно. Иди сюда. Не устал, что ли, еще? Есть. Такой карпик небольшой. Вот такой полторашка, наверное. Класс. Сейчас взвесим. Сейчас время 12:30. Ветер поднялся. Сильный южный ветер. Сейчас посмотрим, как засекся. О, хорошая засечка. Он такой уже не сойдет уже. Даже если захочет, вообще не сойдет. Он как крепко сидит вообще. Не знаю, как вообще прям внутри губы прям. Видно, надеюсь, он прям внутри губы. Внутри нижней челюсти, челюсти. Вон. Видно, да? То есть он два раза, он даже вышел, зашел. Он в челюсть в нижнюю попал. Так, сейчас посмотрим. Сколько он весит, хочу посмотреть. Вот так, думаю, на скидку 1,5 килограмма. Сейчас обнулятся весы, да. Обнулились. Сейчас посмотрим. Даже не полтора, далеко кило. 1 килограмм 50 грамм. Вот такой, но все равно классно. Спасибо, Посейдон. Порадовал нас. Хороший карпик. Я думал, покрупнее было, будет. Что-то так активно сопротивлялся. Класс. Кто-то сел. Кто-то неплохой там, судя по загибу.
загиб был неплохой. Так, у меня подсак вообще конкретно далеко. Сейчас буду его вести. Буду вести через удочки до подсака. Так, подсак, подсак. Сейчас его буду вести через удочки до подсака. Так. Иди сюда, друг. Подсак далеко у меня. Иди сюда, мой друг. Подсак у меня далеко. Вон как гнется. Донка. Там карпик, потому что. И что? Зацепился, что ли? Куда-то зацепился, что ли? Непонятно. Вот так вот подсак. Не брать с собой, сразу бежать за поклевкой. Так, как рыба уйти может. Так, как рыба уйти может. Какой-то там зацеп, что ли? Рыба на крючке. Походу, дело куда-то зацепилось. Куда-то зацепилось, походу, дело. Да, карп там есть. Вижу его. Куда-то зацепился. Куда-то зацепился. Друг наш любезный. Это вот второй поводок, который я поставил. Вон, вижу его, он блестит на солнце. Вот второй поводок куда-то зашел. Второй поводок отцепился. Сейчас мы тебя заберем. Ничего себе, за верхний поводок подцепился, что ли? Зацепился, ну. А, такой небольшой. Такой же, полтора килограмм, наверное. Такой же он карпик. Неплохой такой. Заставил попереживать, что-то там подсак забыл. За подсаком подбежал. Вот такой вот карпик. Так, попался на верхний поводок. Ради эксперимента поставил верхний поводок сегодня. И вот он попался на верхний поводок, который над пружиной у меня стоял. Обычно я один поводок только ставил до этого. На этом пруду, так как здесь зацепа больно нету, поставил вот второй поводок. И вот он клюнул. И, кстати, хорошая засечка. Вот за нижнюю губу. Четко он. Видно, да? Вон. За нижнюю губу. Хорошая засечка. Тихо, друг. Спасибо, он, спасибо. Очень приятно. Второго карпика за сегодня. Сегодня 15-е. Октября, середина осени. Вот второй карпик есть. Вот так вот. Верхний поводок сработал. Так. Руки в слизи. GoPro, выключись. Не выключается. Посейдон вообще нас балует. Второго карпика в течение буквально один за другим. И одинакового размера, блин. Кило 85 грамм. Одинаковые вообще, один к одному. Побольше бы хотелось, конечно, трофейня. О, поклевка, еще одна. Еще одна поклевка. Так, карпа пока вот сюда, ведро. Пойдем еще одну вытащим. Вон там, звонит. Звонит, вон там. Вот она. Вот что-то здесь звонит. Вон тянет. Тянет.
Хоп. Кто там у нас? Кто-то есть, нет? Или убежал уже? Что-то легко идет. Наверное, убежал, зараза. Что-то нет никого. Обманщик. Карась. Это обманщик карась сделал. Да, никого нет. Горох на месте. Здесь какая-то поклевочка была. Блин, пенопласт улетел. Кто-то есть на крючке вроде. О, кто-то дает. Карась идет вон. Карась идет как торпеда. Верхний поводок опять. За верхний поводок зацепился, вот, который наверх я поставил поводок. Вот за него. То есть есть смысл второй поводок ставить. Он не предатель. Вот в некоторых случаях он получается помощник. Вот второй поводок. Конечно, я не знаю, если трофей попадется, он будет елозить по дну мордой. Может, даже из-за него можно потерять. Но пока не было таких случаев, пока все нормально. Так что, Посейдон, спасибо за карасей, за карпов. Вообще, Посейдон сегодня радует нас этим теплым осенним днем. Класс. Здесь какая-то поклевочка была. Какая-то поклевочка была. Карась, наверное. Грузило здесь. В сторону ведет. Кто-то есть. Кто-то ходит на леске. Кто, непонятно пока. Карась, наверное. Да, карась. А, два карася даже. Ничего себе, два карася попалось. Ё-моё. Упал, встал. Два карася сразу вместе. Нифига себе, вот это да. Опа. Два карася на два поводка. Вот это бонус. Вот это да. Классно. Вот что значит два поводка. А если так два карпа сразу попадется? Да, сойдут, наверное, стопудово. Вон два карася сразу на два поводка. Один, и вот другой. Вот так вот. Два карася. Вот тоже, походу, была поклевка. Что-то какие-то тычки видно издалека. Ага, вон леска ушла. В бок ушла. Ушла, слабина дала. Пока непонятно кто. Ветер еще есть. В сторону ведет карась, наверное, скорее всего. Может, опять холостая. Да, опять холостая. На этой донке что-то постоянно холостые. Может, крючки поменять? Что-то уже второй раз холостая. Вот здесь вот поклевочка есть. Какая-то поклевочка была здесь. Кто-то вроде попался. Посмотрим. Сел кто-нибудь, нет? Ставишь так.
вроде хвоста, и ему я, блядь. И там он что-то леска ослабло. На той донке тоже он прям летает. Сейчас я пока оставлю. Вот здесь вот ослабло. Что-то все натянутая же здесь была. Что-то она ослабла-то так. Там нет. Тоже никого. Какие-то глюки. Вон там еще одна поклевка. Что ж, они прикалываются, что надо мной все вместе. Все вместе как будто прикалываются. Три поклевки, три хвосты, что ли? Да неужели? Нет, здесь вроде кто-то есть. Что-то так напряженно идет. Или опять обманщик, карась. Насмехнулся надо мной. Сейчас посмотрим. А нет, есть он. Он идет за нижнюю губу, наверное. Четко сидит, наверное. Тихо, тихо, дружок, не соскочись. Да, вот он есть. Это он игрался. Это он игрался. Со мной в прятки. Четкая засечка. Захотел бы, сошел бы, не знаю, что не сошел. Посейдон, спасибо сегодня. Караси вообще только так фигарит. Сегодня давление по прогнозу атмосферное в пределах нормы показывало. Может, из-за этого хороший клев.